Привет! Сегодня бельгийское фруктовое Leafman's Fruities. Фрутессы. Пиво обладает алкоголем 4,5%, 4,2%. В таких вот маленьких аккуратненьких бутылочках пиво на самом деле достаточно необычно тем, что это одно из, или может быть даже единственное настоящее фруктовое пиво из Бельгии. Это освежающее пиво сделано на ягодах вишни с добавлением 15% 5 соков разных фруктовых. Это вишня, клубника, малина, бузина, клюква, черника. Вот. В общем, вот такой вот интересный состав. Не знаю, что и как. Сейчас попробуем. Ну, в принципе, как и ожидалось, цвет у этого пива не совсем пивной. Яркий красный. Отчетливо такой вишневый цвет. Даже в пене присутствует. Хотя там присутствуют ягоды не совсем красные, да, но, как мы видим, вишня отдала все, что могла. В запахе яркая-яркая сладкая вишня. Клубника. И что-то еще. Больше отдает сначала клубника. Какую-то там клюкву с бузиной я распробовать здесь запахи просто не в состоянии. Но основной, то есть основной свой запах дает эта клубника и вишня. Вообще это пиво, говорят, что желательно, конечно, пить. Да по-разному его можно пить. Его можно пить со льдом, например, можно пить сильно охлажденным. Или наоборот подогреть, когда холодно, и пить таким тепленьким будет. Да, такой глинтвейнчик, компотик из пива. Вот во вкусе как раз можно заметить и кислость от каких-то ягод, и легкую горечь, и сладость. Очень-очень летний такой вот напиток, очень интересный и насыщенный вкус, но пива там вот непосредственно какого-то не найдете, навряд ли. Ягодный напиток мне нравится очень, очень необычный, наверное, конечно, больше всего оценят девушки. Тот, кто не боится обмануться сладким-сладким запахом, обязательно распробует кислость и горечь в этом напитке фруктовом. Отличный вариант бельгийского фруктового пива. Пока!